Привет! Как я уже говорил, сегодня мы будем искать последний кусок маски монахини. Без лишних слов, я уже запустил игру. Все. Идемте искать Грааль. Так как остались только ботинки, значит, я так понимаю, сегодня мне вылетит чертеж от них. Почему-то я думал, что кладбище будет последним, но я ошибся. Кладбище было вчера. Так, ну ладно. Где же ты прячешься? А? Грааль. Да, сегодня будет вот как раз наконец-то лабиринт. А для него нужны ботинки-скороходы, чтобы быстро его пройти. Я все ждал, когда же мне наконец-то лабиринт вылетит. Сегодня все-таки мой день. Так, здесь ни хрена нет. Часы до сих пор работают. Так, здесь ничего полезного. А, точно, закрыто же. Забыл. О. Так, ну тут пусто. Вообще пусто. Ладно. Вот когда закончу монашку, буду, наверное, дальше в падальщиков играть. Помните, наверное, эту игру? Как она там называлась? The House. Да-да-да. Она называлась The House. Да, давненько я ее что-то не снимал. Я снимал я ее, потому что, если честно, у меня от этой игры до сих пор мурашки по коже. Не, монстры-то там не такие страшные, но атмосфера жуткая. Стоять. О, слышу шум. Грааль там. На кухне. Отлично, мне не придется его долго искать. Вот он. Все, понесли его в наш бункер. Так, хотя что это? Я можно же побыстрее. Оп! В огонь мы не попали. Открываем крышечку, жмем на кнопку и опа, наш бункер открывается. Закрываем бункер. А дверь надо заблокировать. Так, кладем его сюда. И у нас открывается последний или предпоследний рисунок. А какой же тогда будет последним? Так, и нам вылетает, да, лабиринт. Так, что у нас тут? Рецепт. Но это не рецепт. Это, так сказать, схема создания ботинок. Нам нужен какой-то теннисный мячик. Ботинки и пружина. Ну что ж, будем сейчас все это искать. Так, а что тут на рисунке? Я думаю, что я самый старший из ребят здесь. Эта дьявольская монахиня не знает пощады. Ей нравится то, что она делает. И она, несомненно, обожает унижать нас этими масками. Кажется, что если мы стираем и складываем всю одежду, которая падает из дыры, то получаем еду. Хотя мы почти всегда голодны, и нам нужно охотиться на животных. Кто-нибудь придет, чтобы спасти нас. Мальчик с испачканными руками ушел, но он не вернулся. А, вот откуда подсказки. Кстати, а это что? А, ну да, я же его сюда вставил. Использовать. Стоять. Что-то на какой-то прожектор похоже. Но это не прожектор. Эй, куда? Ну ладно.
Ладно. Закинем теперь это в лифт. Она меня не видит. Так, закидываем туда. А теперь ищем все, что нужно для ботинок, а заодно и масленку. Это мне не надо. Так, ладно. Где там у нас кабель? О, нашелся. Так, сначала его сюда. Так, посмотрим теперь, нет ли здесь ничего нужного нам. Не, опять башка козла на старом месте. Так. Ну и все, и больше ничего. Лом берем тогда. А теперь прыгаем. Так. Жмем на кнопочку. Так, теперь заглянем сюда. Что там у нас? А, это всего лишь код от шкафчика. Ничего полезного. Мне-то он уже не нужен. Так. Ух ты, батут. Батут, зергут. Прыгать. Ну ладно. А у меня... Кнопка здесь еще не настроена, чтобы прыгать. А, без кнопки обойдусь. Не понял. А, я понял, надо наклонять. Но у меня шимулятор. Как я наклонять-то буду? Вспомнил, тут же функция есть специальная. Так, ставлю на паузу. Итак, продолжаем игру. Сейчас посмотрим. Сначала прыгаем. Эй, а где имитация наклона? Да блин, не работает что-то. Почему? Ну-ка еще раз. Ну-ка. А, точно. Ну-ка, а теперь? Это почему-то опять не работает. А, ну точно. Сейчас, подождите, еще надо настроить. Короче, я все понял. Здесь не надо было куда-то прыгать, не надо было ничего наклонять, я ошибся. Надо было просто... дождаться, пока доберется до середины вот тот ползунок. И тогда я прыгал выше, выше, сильнее, и в результате я сломал батут, и из него выскочила пружина. Вот она. Теперь я понял, зачем он тут был нужен. Ладно, пружину мы кидаем туда, в лифт. Подожди, давайте еще раз попробуем попрыгать. Проверим, работает ли. Так. О, работает. Ну-ка. Эй. Юху. Как высоко. Ну-ка. Как высоко максимум мы сможем запрыгнуть? Чё, все, выше нельзя? Ух ты! Мы сюда прилетели на балкон. Прикольно. Даже без одной пружины батут остается рабочим.
Так, ну ладно. Пружины — это еще не все, что нам нужно. Скелет. Нет, в этой комнате нету ничего. Так, а здесь? Монашка. Стоять, это что? А, вот. Теннисные мячи. Тут. Нет, этот ключ нам все равно не нужен. Так, ну отлично. Теннисные мячи нам как раз понадобятся. Стоять, а это еще что такое? Ух ты, масленка! А я ее искал. Эй, что значит нет места? Так. Смажем мы, наверное, лифт потом, когда закинем туда все, что надо. Тогда он сразу опустится и доставит все необходимое детям, а уж они мне потом соорудят эти ботинки. О, пара кроссовок. Так, а это кроссовки, а не ботинки. Ну вот, как раз. Довольно-таки быстро я тут все отыскал. Отлично. А теперь смазываем лифт. И ждем. Так, у меня появилась идея. Помните, я вчера хотел еще курицу жареную детям доставить? Они же говорили, что голодные. Сейчас посмотрим, может, они ее реально съедят. Так, понесли курицу жарить. О, все, они мне уже скрафтили мои кроссовки. Вот они. Так, где там та комната? Вот она. Вот она. Так, ты пока тут походи. Мы поджигаем факел. А теперь курицу. Так, прямо на факел ее. Эй. Да не так же. Ну-ну-ну. О, поджарилась. Стоять. О. Открылась. Странно. Я-то думал, что замуровал сам себя. Отлично. Ну все, дети. Вы там говорите, голодаете. Вот он. Опа, 50. Объектов в лифте 1. Почему 50? Значит, что-то все-таки для чего-то она нужна, эта курица. Значит, я правильно делаю, ну? Нате вот вам, кушайте. 50. А чё 50-то? А, 50 секунд, наверное, идет эффект от кроссовок. Понял. Ну, посмотрим, сейчас они съедят курицу. Чё, не съели? Ха, странно. Почему вы ее не съели-то? Ну, не знаю тогда, для чего еще нужна эта курица. Ладно, погнали тогда в лабиринт. Самая простая часть подошла к концу, начинается самое сложное. Ой, нет, не сейчас. Не сейчас. Ладно, подождем. Сначала подождем. Так. Мне нужно еще тут сделать кнопку. Так. Сейчас.
Так, добавляем кнопочку. Вот сюда. Эй, хотя что это я так? Вот и все дела. Сохраняем. Так. Ну все. Все, мы снова в игре. Сейчас начнем по новой. Погнали. Бегом, бегом. Нужно добраться до середины, и там будет этот. А не туда. Кусок маски, короче, будет. Блин, скоро эти закончатся. Ботиночки мои. Точнее, кроссовки. А, фиг с ними. Ой. Так. О, все, они уже не рабочие. Так, ладно, давайте попробуем просто так пройтись. А, блин, я чуть-чуть совсем не добежал до пункта назначения. Так, надо запомнить дорогу. Так, ага, здесь немножко вниз. Так, во-первых, как мы вот сюда попали именно? Не пойму. Ой. Опять я сюда пришел. Где начало лабиринта-то? А хотя можно и так сделать. И где это мы сейчас окажемся? Наверху. А, нет, наоборот, внизу. Так, короче, нам опять нужны теннисные мячи. Курицу я выбрасываю. Она мне ни к чему больше. Так, осталось только две банки. А значит, и две попытки. Да, придется постараться. Давайте, я жду. Через 20 секунд. О, все, готово. Давайте сюда мои кроссовочки. Да, странно, эта дверь работает. Вроде если дверь сжечь, то они работать перестают. Так, ну ладно. На счет три. Один, два, три. Тынц, 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 тынц. Бежим, бежим, бежим. Оп, оп, оп. Бегом, бегом, бегом. Стоять, кажется, я не тем маршрутом побежал. Фу ты, я ж прибежал в начало. Ну я балда. Эх. Что ж ты будешь делать-то? Мне осталась всего одна попытка. Так. Надо... Так, я вот сюда вроде прошел тогда.
Да, вот оно. Так, все. Сначала я прошел вниз. Сюда. Так. Идем туда. Или нет? Нет, нет, нет. Так, вот. Этот кубок здесь нарисован был. Где-то, я не знаю, ты все раз застелил на балкон. Все, у меня спуск забрали. Там. Застелили балкон. Так, а где выход? Вот оно. Вот, все, вылез. Так, смотрим еще раз. Пройдем по верному пути. Пока без кроссовок. Чтобы просто запомнить место. Так, нет. Не сюда. Сюда. Нет, это начало. Ну-ка, ну-ка. О! Вот оно. Вот оно. Это где-то там. Да. Все. Так, ну что? Я пошел сюда. Вот отсюда. Нет, не отсюда. Вот оттуда. А для этого я ходил. Вот. Вот. Ага, вот. Все. Кажется, запомнил. Ну все, в этот раз я точно не облажаюсь. Ставлю пока на паузу. Да, я сделал это. Я прибежал. Я успел. Вот он, кусок маски. Да. Кое-как я все-таки оказался в центре лабиринта. Ну все, а теперь надо этот кусок унести. Кроссовки уже закончили действовать. Так. Опа. И назад в начало пришли. Ну все. Остается лишь унести этот кусок на законное место. Это последний. Наконец-то я узнаю, для чего же нужна эта маска. Кладу его сюда. Так. Опять Грааль. Зачем? Маска собрана, вы сможете использовать ее в будущем обновлении. А, то есть сейчас пока она мне не нужна ни для чего. А, эта рамка до сих пор пустая. Так, поздравляем, вы собрали всю маску, ваш прогресс сохранен. Так. То есть надо просто ждать. Ну что ж, буду ждать, когда тогда выйдет следующее обновление. На этом все. В следующий раз, как я уже сказал, будем в этих падальщиков играть.